Зоопарк Цюриха – один из самых лучших в Европе, особенно с точки зрения заботы о животных и ландшафтной архитектуры. В последние несколько лет здесь построены новые помещения для водоплавающих птиц, для хищников. Животных теперь не выставляют на показ в клетках. Они живут в больших парках, которые оборудованы наподобие естественной среды обитания животных. Самый впечатляющий образец такого парка – это тропический лес Масоала. В массивной закрытой экосистеме вы можете познакомиться с флорой и фауной Мадагаскарского тропического леса. В Европе больше нет ничего подобного. Зоопарк Цюриха представляет в основном экзотических животных, ну, за редким исключением. Конечно, здесь есть и выдра, и белый аист, местные животные. Всего в зоопарке можно понаблюдать за 2000 животных 300 различных видов. Для юных посетителей зоопарка создана своего рода сельская ферма «Зоолино». Здесь домашних животных можно погладить, покормить, за ними можно ухаживать. А еще для удобства посетителей зоопарк разделен на зоны, в которых представлены звери, обитающие на том или ином континенте. Давайте начнем нашу экскурсию с материка, на котором мы уже находимся, с Евразии. Теперь каждый ребенок в мире знает, что такое большая панда или бамбуковый медведь. Помните, такой большой, неуклюжий, толстый, черно-белый, с такими черно-белыми очками вокруг глаз. А вот его ближайший родич, малая панда, гораздо менее известен, потому что большая панда – это символ Всемирного фонда дикой природы. А вот малая панда – тоже очень редкое животное, которое водится в лесах Южного Китая. Но гораздо меньше по размерам. Малая панда больше похожа на енота. До сих пор все время идет такой спор, куда поместить это маленькое семейство. Ближе к енотам или ближе к медведям? Или все-таки сделать из них самостоятельные маленькие семейства? Хороший. Ну, я знаю, что ты меня приведешь туда, куда надо. Другие обитатели материка Евразии – павлины. Верблюды, кстати, двугорбый называется бактриан, а одногорбый – дромадер. Недаром верблюда
называют кораблем пустыни. Именно на этом животном можно преодолевать гигантские песчаные моря в Аравии, в Северной Африке, в Австралии. Но верблюдов есть два вида. Одногорбый и двугорбый. Здесь мы видим как раз двугорбого верблюда, который более крупный, чем одногорбый. И у него два горба. И обитает он в природе. Только в районах Южной Монголии и Северного Китая. Остальные двугорбые верблюды – это уже одомашненные животные, которые разводятся в разных странах, где есть пустыни, где жарко, и они служат там человеку. Слоны. Чаще всего в зоопарках представлены индийские слоны. Всем известно, что слон – самые крупные, современные, наземные животные. Почему наземные? Да потому что в океанах еще плавают киты, такие как синий кит, вес которого составляет вес 33 слонов. Во всех зоопарках мира мы чаще всего видим именно индийских слонов, потому что они легко приручаются, по сути дела становятся домашними животными. С африканским слоном дело гораздо сложнее. В некоторых зоопарках удается отдельных африканских слонов содержать, и, так сказать, все обходится благополучно. Но в целом это животное неприручаемое или почти неприручаемое. Все эти животные не так уж поражают воображение европейцев, которые привыкли к путешествиям. А вот этот бык – настоящая редкость. Хотя бантенги своим внешним видом отдаленно и напоминают коров, но одомашненные они были гораздо позже на острове Бали. Многие зоологи описывали невероятно крепкую дружбу бантенгов с дикими курами. Так, например, известен случай, когда молодой петух ежедневно очищал от грязи рану на затылке у одной самки. Несмотря на болезненность процедуры, корова послушно клала голову на землю перед санитаром. Антилопы гарны отличаются величественно поднятой головой, украшенной длинными рогами спирали. Кстати, именно изящное телосложение и рога, направленные вверх и назад, а не в стороны, отличают всех антилоп от других парнокопытных животных. Самцов гарны или винторогие газели, как их иначе называют, красят не только рога, но и строгий вечерний костюм. А вот индийские горные гуси выбрали
для себя другую гамму, бело-серую. Но ведь и селятся эти птицы в основном на высокогорных озерах Памира, Тяньшане и Гималаев. Кстати, у сотрудников зоопарков есть такое выражение «животные с ценной внешностью». Это пушистые и с большими глазами. Зрители таких особенно любят. Также ценятся животные с исключительными качествами. Очень большие, как слон, носорог, бегемот. Или обладающие экзотической формой и яркой расцветкой. Тигры, львы, обезьяны, экзотические птицы – это подлинные украшения зоопарка. К ним мы отправимся в следующем выпуске. Мы останемся в Цюрихском зоопарке, но окажемся на африканском континенте.